Ну что, очередной проект в моем гараже. БМВшечка. Хочу открыть капот и посмотреть, что там происходит, но никак не могу. Вот я лох. Начал скрывать капот посредине, а замки-то у BMW вот здесь и вот здесь. А я по привычке, вот американские, японские машины в центре. Ну ладно. Так, вскрываем новое место. С помощью моих любимых инструментов мне удалось открыть крышку капота. Здесь я все отрезал, а здесь, ну, в общем, все открыто. Так, ну вот, вау, вот такой у нас здесь пейзаж. Сейчас пластики эти поснимаю, посмотрю, что там происходит. Ну, пока на этом останавливаю разборку. В принципе, уже понятно, что надо. Скоро хозяин машины приедет, мы с ним определимся по запчастям. Пусть заказывает, а я начну работу. Приступаю к разборке. Вытягиваю немного переднюю планку. Я уже ее потянул, чтобы у меня доступ к снятию радиатора и кондиционера. Типа вот такого. апреля 21. Ремонт окончен. Вчера позвонил хозяин машины, извинился, сказал, что не могут они позволить этот ремонт, не хватает времени, денег и всего-всего другого. В общем, забирает машину. Завтра должны приехать забрать ее. Начинаю подготавливать машину к отчаливанию. При установке капота одним человеком, вот это suction cup, по-русски не знаю, очень классная штучка. Короче, здесь она присосалась прям в центр капота. Одной рукой берешь здесь, вторую где-то вот так за ребро. И двумя руками все это прям удобненько ставишь. Чтобы ее снять, просто здесь так раз. Все. Просто и удобно. Собрал быстренько морду, поставил на место бампер, радиатор суппорт, передний вот этот пластиковый. Капот, все, машинка готова для транспортировки в другой город. Она выезжает где-то за 100 миль от меня. Так, ну все, трачок приехал. Машинка готова уезжать. Не самое лучшее место для погрузки. Так, погрузка продолжается. Колеса закрепили. Bye-bye.